Значит, вот вчера мы приобрели молоко. Молока покупаем всегда много, потому что детей у нас много. В день у нас выпивается 4 литра молока. Вот муж вчера приобрел на базе в Ялте вот такое молоко. Молоко ГОСТ 2,5%, село Ворошилово, агрофирма. Написана акция, 1 литр плюс 10% бесплатно, и подарочек нарисован. Вот. На обратной стороне идет штрих-код завода страны-изготовителя. Вот, видно хорошо адрес, номера телефонов. И что тоже не настораживает совершенно, это заводская дата. Вот, молоко, сроки хранения с 5 по 19 августа. Вот серия стоит, номер. Вот. Дочка утром открыла молоко, чтобы перед тренировкой покушать. И была удивлена, когда из пачки, вот это уже пустая пачка, полилась вода. Вот передо мной 4 пачки. Одна вот эта она полностью спустила в раковину. Вот здесь вот мы надкололи пачку. Вот одну сделали иголочкой. И вот вытекает из пачки. Вот она течет. Чистая водичка. Вот это пустая пачка, из которой воду вылили. Она открыла вторую пачку, подумала, что, ну, а вдруг. Вот она, вторая открытая пачка. Вот, чистая чашечка стоит. И вот вторая открытая пачка. Наши соседи, россияне, конечно, сами сначала не поверили, очень долго смеялись всему этому делу. Ну вот, посмотрите, что льется из второй пачки. Чистейшая водичка. Чистая, прозрачная. Рискнула, попробовала на вкус. Похоже на кипяченую. Хоть здесь побеспокоились, наверное, о моем здоровье. Но, впрочем, посмотрим, что будет через пару часов. Вот. Вот имеем одну закрытую пачку, нетронутую. Я уверена, что там вода тоже. Вот первая открытая пачка, спущенная с водой. Вот вторая пачка с водой. Вот. И вот третья пачка с водой. И вот четвертая, которой мы сделали, вот дырочка видна, иголочкой дырочку, и вот, вот она потекла у меня из-под рук, вытекает. Еще раз покажу. Вот она капает, чистая водичка. Хорошо, если чистая. В общем, сомнений внешняя упаковка никаких не вызывает. И штрих-код, и вот еще здесь, а, ну это упаковка, кто производит упаковку. И главное, что дата. Дата видно, что она заводская, потому что, ну если бы украли упаковку и заливали туда воду, то я думаю, что дата была бы проставлена каким-нибудь дататором с чернилами. А здесь вот настоящая заводская дата. Мелкими такими точечками вот оно видно. Ну, вот. Пейте, дети, молоко от
агрофирмы села Ворошилова. Вода у нас, оказывается, есть теперь 2,5% жирности. Так что пейте, будете здоровы. Вот так вот.